бюджетная центробежная соковыжималка для апельсинов, яблок и моркови. Перед нами центробежная соковыжималка BBK JC 060H11. В комплекте с соковыжималкой идут емкость для жмыха, носик для сока, вставка для фильтра, сетчатый фильтр-сепаратор, крышка, толкатель и руководство по эксплуатации. Горловина устройства широкая, ее диаметр 6 см. Стальная центрифуга имеет фильтр-сепаратор с лезвиями. На передней части корпуса находится ручка для переключения скоростей. Правая оптимальна для мягких овощей и фруктов. Апельсинов, грейпфрутов, лимонов, винограда, огурцов, помидоров, тыквы. Вторая скорость подойдет для более жестких плодов. Яблок, моркови, сельдерея, ананаса. Для быстрой обработки продуктов можно использовать режим R. Рекомендуется включать его только для твердых продуктов и на небольшое время. Для очень твердых или наоборот слишком мягких продуктов, вроде кокоса, банана и манго, эта соковыжималка не подойдет. Отдельного резервуара для сока в комплекте нет. Но длинный носик устройства позволяет использовать для этого любую емкость. На обратной стороне корпуса устанавливается съемный литровый контейнер для сбора жмыха. Верхняя крышка и сам контейнер выполнены из прозрачного пластика. Это позволяет контролировать уровень наполнения емкости. Корпус стоит на ножках-присосках. Благодаря им устройство надежно крепится и не скользит по кухонной поверхности из-за сильных вибраций во время работы. Мощность двигателя 550 Вт. Соковыжималка разгоняется до 18 000 оборотов в минуту. Подведем итог. Это центробежная соковыжималка BBK, простое, бюджетное и практичное устройство. Его удобно использовать и легко чистить после окончания работы. Благодаря компактным размерам прибор удобно хранить даже на кухне небольшого размера. Соковыжималка подойдет для не слишком твердых и не слишком мягких овощей и фруктов.